Депигментирующая терапия дермы. Осень – самое время лечения пигментных пятен. Теплые летние дни с активной солнечной инсоляцией позади, и мы приступаем к осветлению пигментных пятен и реабилитации кожи. Для этого мы выбрали препарат Пептолайт. Активный мезотерапевтический пептидный комплекс эффективно осветляет даже глубокую и обширную по площади очаги пигментации, дает быстрый видимый результат в монотерапии, но требует курсового применения от 5 процедур с интервалом 7 дней. У пациента мы видим яркую обширную пигментацию в зоне лба, пигмент насыщенно коричневого цвета, мелкие пигментные пятна сливаются в единое большое по площади пятно, которое занимает область всего лба и спускается на виски. Мы проводим глубокие инъекции, пропитывающие техникой, субдермально вводится игла, подается большая доза препарата, и по мере введения иглы препарат продолжает поступать, пропитывая все слои кожи. Мы ожидаем осветления пигментного пятна и уменьшения пятна в размере уже после первого сеанса. Благодаря комплексному составу Пептолайт не только борется с пигментацией, но и уплотняет кожу и способствует формированию стойкого лифтинг-эффекта. Пептолайт – это комплексный омолаживающий и депигментирующий препарат с высокой эффективностью. Для достижения более быстрых и качественных результатов в межпроцедурном периоде используйте ламеллярные осветляющие концентраты Aurovitelli Pigment Control. Используйте ампулы для завершения мезотерапевтического сеанса и также в межпроцедурном периоде в течение всего срока лечения пигментации, а также с профилактической целью во избежание появления новых очагов пигментации.